Островчанин Максим Андралойд стал серебряным призером десятиборья юниорского чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Польше. Я очень доволен своим результатом, чувствую себя хорошо. Спасибо всем, кто меня поддерживал. В первый соревновательный день после трех видов Максим уверенно лидировал и не сдавал позиций. Горячая борьба за звание чемпиона мира развернулась между белорусом Максимом Андралойтем и немцем Никласом Каулем в конце второго соревновательного дня. Перед десятым видом программы, бегом на 1500 метров, с отрывом 27 очков от немца, Максим Андралойд занимал первую позицию. Лучший бросок копья и бег на дистанции 1,5 километра позволили немцу одержать победу. В итоге двухдневной напряженной борьбы Максим Андралойд стал серебряным призером юниорского чемпионата мира. Установил 9 личных рекордов, набранные спортсменом 8046 очков, стали новым национальным рекордом Беларуси в десятиборье среди юношей. Я считаю, что это большой успех не только для области, но и для страны, потому что здесь собраны юные таланты, ну, 19-18 лет со всего мира. И соревновалось у него 24 спортсмена, и это все дисциплины очень сложные, 5 в один день, 5 во второй день. И, как я сказал, кроме толкания ядра, 9 видов он прошел по личным своим рекордам и достижениям. Истоки спортивных побед Максима, в том числе на чемпионате мира, берут свое начало в Островце. Максим Андралойд родился в городе Островце. Он был учеником в США номер один Островецкой спортивной школы. И в 11 лет, это в 2008 году, я его заметил и пригласил заниматься в спортивную школу легкой атлетикой. Ну а потом через годик, чуть больше, я посмотрел, фактурный парень. И начали заниматься метанием, то есть это ядро и диск. И в сентябре 2011 года он поступил в училище в Гродненское училище Олимпийского резерва, где до сих пор там занимается и тренируется. И по ступенькам его карьера спортивная пошла вверх. То есть он по юношам выступал на чемпионате мира в Украине, в городе Донецке, где занял 4-е место. Потом начал он обновлять рекорды. Он является рекордсменом Республики Беларусь среди юношей в барьерном беге, в зимнем на 60 метров и в семиборье. Вот поступ его шла очень уверенно. В прошлом году, в 2015 году в Швеции, на чемпионате Европы среди юниоров он завоевал бронзовую медаль, но он был на год моложе. А сейчас, на данный момент, в Польше проходил чемпионат мира, это его уже год рождения, 1997-98 года рождения, где Максим завоевал серебряную медаль. В этом мы, особенно я, как первый тренер, рад. И дальнейших ему успехов, и думаем, что мы его увидим на Олимпийских играх через 4 года. Земляки гордятся победой Максима и желают ему новых медалей и достижений.